В городе продолжается сбор средств для 5-летнего Кирилла Лукичева. Деньги, а если конкретнее 200 тысяч долларов или 6 миллионов рублей, нужны на операцию по удалению раковой опухоли. Страшный диагноз мальчику поставили в прошлом году. Кирилл уже прошел курс химиотерапии, ему была сделана одна операция. Но необходимо повторное оперативное вмешательство. Помочь Кириллу можете и вы. Реквизиты счета указаны на нашем сайте Ноябрьск.РФ. К сбору средств уже подключились сотни людей. Поддержать нашего маленького земляка приехала и известная певица Ирина Дубцова. 6 мая она даст благотворительный концерт в центре досуга «Нефтяник». Средства, которые будут собраны, мы перечислим на счет помощи Кириллу Лукичеву. Все данные этого счета опубликованы в прессе, находятся на стендах информационных. Вот. Что касается сбора средств, которые вот мы соберем, да, то перечислим и обязательно опубликуем отчет об этом в средствах массовой информации. Так что призываем горожан, зрителей, всех, кому не безразлична судьба маленького мальчика, помочь прийти на концерт, поддержать.